С 15 апреля в Твери и Калининском районе изменилось расписание части автобусов. Это связано в том числе с переходом на летний график движения. Номер 31 теперь следует по маршруту Мамульна ЖК «Волга-Лайф». Ранее он курсировал из Мамульна до перинатального центра. 33К, который ранее ездил от железнодорожного вокзала до завода «Орион», работает на линии Мамульна-перинатальный центр. В связи с изменением схемы движения после открытия участка автодороги М-11, автобусы на маршруте номер 101 Тверь-Александровка следуют по кольцевому маршруту: Речной вокзал, улица Шишкова, Змеёва, Баламутова, Александровка, Новые дачи, Баламутова, Змеёва, улица Шишкова, Речной вокзал.